Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 30. Площадь прямоугольника равна 56 метров квадратных. Ширина 4 метра. Найди площадь квадрата, периметр которого равен периметру данного прямоугольника. Так как формулы помогают вычислить значение одной из величин по известным значениям остальных величин, например, из формулы площади прямоугольника следует: А равно площадь, деленная на Б. Б равно площадь, деленная на А, при условии, что ни одна из сторон не равна нулю. Значит, чтобы найти неизвестную сторону прямоугольника, можно его площадь разделить на известную сторону. Площадь, сторона прямоугольника равна его площадь 56 разделить на 4. 14 метров – длина прямоугольника. Вторым действием мы найдем периметр этого прямоугольника. 2 умножим на первую сторону 14 и 2 умножим на вторую сторону 4. Получается, периметр прямоугольника равен 36 метрам. По условию, периметр прямоугольника равен периметру квадрата. Площадь квадрата, периметр которого равен периметру данного прямоугольника. Находим сторону квадрата. Так как у квадрата все стороны равны, мы 36 разделим на 4 и получим, что сторона квадрата равна 9 метров. Для нахождения площади нужно 9 умножить на 9, и мы найдем, что площадь квадрата равна 81 квадратному метру. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.